Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Даниил. Сегодня у нас на канале будет обзор итальянского ножа Lion Steel Mita. Поехали! Без каких-либо лишних предисловий начну. Lion Steel Mita – это продолжение рок-серии. Вот так выглядел прародитель. Это был интегральный складной нож с уникальной на тот момент клипсой, которая завоевала, по-моему, даже награду на Blade Show. И вот в 2021 году, по-моему, выпускает Lion Steel вот эту модельку под названием Mita. И это является идеологическим продолжением рока. Общая длина складного ножа составляет 201 мм, из которых 83 отмерены на клинок. Сделаны на стали М390 с заявленной твердостью 59, 61 единица по шкале Rockwell и имеет толщину по обуху 4 мм ровно. Обух, конечно же, скруглен в лучших традициях компании Lion Steel. На рукоятке у ножа имеются либо титановые накладки, либо накладки из алюминия, либо комбинированные титан и какой-то другой материал. Соответственно, в данном случае у меня есть микартовая версия. Есть также карбоновые с темными картой и другие. Конечно же, от того, какую версию вы себе хотите, будет разниться и вес этого ножа. Самый легкий – это нож с накладкой из микарты, весит он всего лишь 96 грамм. А вот самый тяжелый – это будет полностью титановый нож, его вес составляет 118 грамм. Соответственно, алюминиевая версия где-то посередине, в районе 105-107 грамм. Теперь давайте поговорим про особенности этого складного ножа. Начнем с рукоятки, закончим клинком. Рукоятка, как я уже говорил выше, сделана из различных материалов. Это либо титан, либо алюминий, либо комбинированная версия с титановым фреймлоком и накладкой из какого-либо материала. У такой версии полностью отсутствует второй вторичный лайнер, то есть материал, который используется на данном ноже, полностью играет роль и лайнера, и непосредственно самой накладки. Приятным лично для меня моментом является то, что нож собран на одной бите. То есть осевой винт и прижимные винты, которые в принципе держат нож в собранном состоянии, раскручиваются Toxin T8. В комплекте к этому ножу есть еще и фирменная отвертка от Lion Steel, которая позволяет открутить все винты на этом ноже и снять стеклобой. Так вот, у этой отвертки есть еще и Torx T6. Нужен он для того, чтобы снять плавник флиппера, который здесь является съемным. Нужно это для того, чтобы вы смогли спокойно путешествовать по различным европейским странам, поскольку во многих из них запрещены ножи с одноруким открытием, то есть нельзя делать вот так. Но если снять флиппер, можно будет делать вот так. У ножа титановая цельнофрезерованная клипса, которая переставляется на левую сторону, а на навешие этого складня есть еще и стеклобой, который тут на самом деле сделан очень-очень хорошо. Он действительно царапает стекло так, как он должен, поскольку он карбидизирован. Кстати, в комплекте также идет и винтик, который просто можно заменить стеклобой, если вам не хочется, чтобы навешие было острым. Бэкспейсер этого ножа выполнен также из различных материалов. У микартовой версии бэкспейсер выполнен из G10, у титановой версии непосредственно сам титан, а у алюминиевой версии это алюминий, только с различными анодировками и так далее. У ножа присутствует темлячное отверстие, через которое пролезет практически любой паракорд. Плавненько передвигаемся к клинку этого ножа. Сейчас поговорю про фреймлок с сухарем, а потом уже поговорим про клинок. Фреймлок здесь крепится на двух винтах, при этом крепится он с внутренней стороны этого ножа. То есть, чтобы снять сухарь, нужно нож полностью разобрать. Ну и теперь непосредственно клинок. Я намеренно не говорил в характеристиках сведения этого ножа. Оно тут разница в зависимости от версии. Я намерил от 0,5 до 0,8 и от 0,6 до миллиметра. Зачем, правда, такому среднему ножу такое сведение, я не понимаю, поскольку в осевом узле стоят все-таки не шайбы, а двурядные стальные подшипники. И клиночек у такого ножа, на мой личный взгляд, должен быть сведен немножечко потоньше. Потому что хороший рез, который мы все так любим, во многом происходит из-за тонкого сведения ножа. А тут сведение прям такого универсальчика, или даже, я бы сказал, ломика. При этом Lion Steel, конечно, никогда особо тонко ножи не сводили, но могли бы вот хотя бы на вот этой модельке Mita и что-нибудь новое для себя попробовать. А как считаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. В остальном же нож очень хорош. У него
очень удобная рукоятка. Его действительно удобно держать в руке, вне зависимости от того, какую версию вы выберете. И в принципе, честно говоря, будь тут сведение потоньше, я бы, наверное, даже рассматривал лично для себя этот нож к покупке. Но, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. А я на этом моменте с вами прощаюсь. Увидимся с вами совсем скоро. До встречи на нашем канале. Пока!